1997 году в отечественной истории происходит основание первой косметической компании прямых продаж. Спустя год появляется первая серия кислородной косметики. Дебютная рекламная кампания выходит в свет в 2001 году и приводит к небывалому росту потребителей. В 2005 году компания выходит на международный уровень, открывая представительства в 15 странах и занимает почетное место в сотне крупнейших мировых парфюмерно-косметических компаний. В 2007 году компания делает инновационный прорыв в косметологии и открывает новую формулу кислородного комплекса «Двойное дыхание Новофтем». 2011 и 2012 годы прошли под знаком объединения. И с того времени компании «Эдельстар», «Инфином», «Сингара» работают совместно во благо красоты и здоровья каждого покупателя. Постепенно косметическая компания превращается в компанию образа жизни. И в 2013 году запускает производство и продажу детской одежды. И уже в 2015 году компания запускает производство и продажу одежды для женщин. Привлекательные цены и активное продвижение приводят к росту выручки на 50%. В 2016 году произошло объединение с премиальным брендом «Флоранж». И сегодня компания «Faberlic» с гордостью представляет самый широкий ассортимент 15 товарных категорий, 600 новинок в год, более 1000 товаров в каждом каталоге, более 250 миллионов единиц продукции в год, ежегодный тираж каталогов 20 миллионов экземпляров, продажи в 24 странах, доставка продукции в 42 странах мира. «Faberlic» — новый, модный для тебя.